Учебно-тренировочный семинар от чемпиона мира и Европы по карате Александра Герунова прошел в Люберцах. Местом проведения стал дворец спорта «Триумф». Тему продолжит наш корреспондент. Твоя задача – не замедлить и забрать тут же балл. На реакцию работаем. Хорошо? Давайте попробуем, чтобы вы поработаете. На семинар Александра Герунова в Люберцы приехало 173 спортсмена из Москвы, Московской, Ярославской, Калужской, Архангельской, Калининградской областей, а также из Республики Татарстан, Чувашии и Беларуси. Ехали целыми сборными, чтобы перенять опыт лучшего в своем деле. Мы приехали из Смоленской области. Наша команда приехала в составе 35 человек. Мы уже участвуем второй раз в этом мероприятии. И вот после первого семинара результаты нашей федерации повысились. И, соответственно, когда мы слышим о таком мероприятии, как семинар такого чемпиона, как Александр Герунов, мы сразу принимаем в нем участие и будем принимать участие в таких мероприятиях в дальнейшем. В Московской области это уже третий семинар, который провел Александр Герунов. Но именно в Люберцах событие прошло впервые. Спортсмен с удовольствием проводит мастер-классы. Каждый раз видит все больше и больше участников. Я вижу результат, чтобы у спортсменов, которые сюда приходят, по-новому загорелись глаза на это дело, чтобы они для себя подчеркнули новое, для того, чтобы уже приходили привычные для себя залы на своих местах с другими как бы глазами. Во время тренировки отрабатывали технику и скорость. На семинаре присутствовали как начинающие спортсмены, так и мастера спорта, кандидаты в мастера и чемпионы мира. Первый раз попробовали, второй раз уже люди все тянутся, все приезжают сюда, хотят что-то новое увидеть. А кто им еще может дать, как не наш чемпион, который всего достиг, все умеет. Александр Герунов занимается карате с 10 лет. Титул чемпиона мира выиграл в 2004 году в Мексике, а чемпионаты Европы в 2009 в Хорватии. Сейчас занимается тренерской и административной деятельностью. Богдан Колесников, Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.